Запись. Так, минуточку. Что же здесь у меня ничего нету-то? Ну вот видишь как. Вы так это зашито, я прямо неожиданно растерялся. Подождите. Что-то не включается у меня тут. Ничего, ничего страшного, Игнатий Тихонович. А? Ничего страшного, мы вас любим. Да надо, чтобы видно было. Я против, чтобы не видно было. Как-то открылось не так, как я хотел. Ага, вот оно. Ну как, видно, нет? А вот у Никиты так был, как не вот видно, мы вас не видим. Не видно вас. А у сейчас... Никиты тоже такой же был этот сам. Ну а сейчас меня не видите? Вот, сейчас видно вас. Ну вот, видишь как. Вот, Игнатий Тихонович, мы домой пришли. Ну, слава Богу. Вот. Домой. А? Ну, еще у вас там как? Начали думать с сыном, разговаривали, анализировали все. Вот сухари, вот пирог ваш съел, хочу показать. Вы знаете, что мне как-то раз вы сегодня сказали, что к вам хотел прийти какой-то там следователь, что-то там, вот, и там вы сказали там, ну, наполовину я услышал, да. Вы знаете, я вот как-то посмотрел на ваш YouTube, на ваши этот самый ролики, очень нам понравился. И вот это, как говорится, вы за нас не переживайте, Игнатий Тихонович, пожалуйста. Знаете, мы от души, от всего Бога, как говорится, от всего Аллаха, мы вот к вам пришли сегодня. Очень был, то есть мы сегодня анализировали все это, наш визит к вам. И очень нам понравился, люди честные. Добросовестные, святые люди. Мы попали, как будто вот я сына воспитываю, сын. Никогда, вот не буду говорить там, правильно воспитываю сына. Даже если завтра приду в школу, даже, не дай бог, вы говорите, милицию, там, где-то больница, где-то там, я могу, гордо могу сказать, вот, спросите даже, вот, Игнатия Тихоновича, вот, Лапкина, мы были в гостях, вот. Вы знаете, вот, честно сказать, словами не передать. Мы были у вас так, вы так, нас так приняли, даже я могу крикнуть на всю Россию, что, Игнатий Тихонович, большое, огромное вам спасибо, даже, не знаю, сердцем, даже, вот, не знаю, вот, передаю от всей души вам, вот, большое огромное вам спасибо, вот, паспорт, говорите, мои данные наши все записали, вот, как я вам говорил там при всех, вот, когда было, когда мы заходили там, да, кстати, вас там не было, нас накормили очень вкусно, все было постно, вот, там отец Игорь, вот, даже он говорил, да, в одном видике, в одном ролике вашем видел, наклоняться не надо, кушать, это животные там наклоняются, да. А Игорь это мне напоминал, мы уже это увидели в ваших этот самый видео, что надо подносить, надо. Это правильно вы говорите, я сыну тоже говорю, уроки делаешь, правильно сиди, ровно. Кушаешь, ровно сиди. И спина будет ровной, и ты будешь красивый, стройный. Да, правильно. Игнатий Тихонович, вы вообще правильно такое воспитание даете. Всему Россию вы даете правильно. Вот. Про меня можете даже выставить на весь Россию, на весь мир. Но, честно сказать, сегодня я у вас был, даже не знаю, вот очень было. Не знаю, словами не передать. Я могу даже прийти, даже еще раз к вам прийти и сказать, вы нас заснимите и скажу, ставьте лайки, вот, и даже не жалейте, приезжайте, гости,
Вот. Документальные ваши фильмы я не видел. А я вам... Сейчас мы посмотрим сейчас с сыном. Вы их запишите, они на нашем сайте. Что? На нашем сайте эти фильмы. Да, большое вам огромное спасибо. Что вы... Вы знаете, Игнатий Тихонович, вы знаете, большое вам огромное спасибо, что вы есть. Вот, знаете, вот, что вы есть в России, что есть вы в мире, в Казахстане, да вообще есть вы на этой земле. Вот, вы знаете, вы святой человек, даже словами не передать. Я не знаю, что сказать. У меня, я вот пришел домой вот, и анализировал, и вот все это подумал. Даже не знаю, вот, вот большое огромное вам спасибо. Вы хороший пример для России, вот, для наших Казахстан и даже да всем. Вот, у вас хорошее, правильное воспитание идет. Мне понравился, вот сегодня мы пришли с сыном. Вот, я с вами, я вот чисто говорю своими словами. Вот, не знаю. Хотя я вот учился в Иркутской сельскохозяйственной техникум. Вот, вот, не знаю, вот, ну, вот так вот, что сказать вам еще. Да ничего больше не надо говорить. А то у нас бывает часто очаруются, а потом разочаруются. Не-не-не-не, Игнат Тихонович, вы лучше не думайте, что этот самый. Вы это, мы обещали к вам приехать в Потеряевку, поселок Потеряевка, поселок или село? Поселок. Да, ну да. Кстати, мы недавно ездили в Павлодар. Вот, ролики ваши я начал смотреть месяц-полтора назад. Вот, очень понравился. Но мы ездили месяца два, нет, три назад. Павлодар съездили. Мамонтовский район, как иди сюда. Рябрикинский район, Родинский район. Да, мы там проехали мимо вас, вы представляете, если чуть раньше посмотрел бы ваши видео, этот самый ролики, мы бы к вам заехали бы. Ну да. Вот. Ладно. Но никогда не поздно, лучше поздно, чем никогда. Вот. Выставляйте наши ролики на этот самый YouTube, вы не переживайте, я никакой не агент ЦРУ, там, как говорится, КНБ, Комитет национальной безопасности, ФСБ, я никакой этот самый, я обычный гражданин Российской Федерации в данный момент, в данное время. Мы вас любим, мы вас ценим. Вот, Игнатий Тихонович, вот мы вас действительно, вот, не знаю, вот, много чего сказать надо. Я вот был среди вот католики, там, баптисты, мусульмане, да, я все сравниваю, да, вот думаю, да. Ну, я не говорю, все это плохие, хорошие там, но, Игнатий Тихонович, знаете, мне вы сильно понравились, сильно, сильно. Моему, меня и моего сына, вот, смотрим ваши. Вы честный человек, вы добросовестный. Ну, сейчас люди посмотрят. Адарахман, вот сейчас люди посмотрят и скажут, зазомбировал мужика. Скажут, я вас зазомбировал. Попы, когда нападают. А пусть эти люди мне пишут. Мой телефон, вы знаете, Игнатий Тихонович, вы знаете, мой WhatsApp есть, вот, я диктую при всем, вот, мой номер 8-913-250-65-65. Пусть, вот, WhatsApp есть, вот, пусть звонит мне, пусть говорят там, пусть все. Я вот, честно скажу, всем, вот, всем 100 раз услышит, один раз увидит. Вот сегодня мы у вас, вот сегодня 31 марта. Сегодня 1 апреля. 2018 год. 1 апреля. Мы... 1 апреля сегодня. 1 апреля. А? 1 апреля сегодня. Извиняюсь, 1 апреля 2018 года. Вербное воскресенье. Вербное. Да. Именно так. Вербное воскресенье. Мы сегодня у вас были в гостях. Пусть это, я вам уже телефон продиктовал. Вот я вот 1 апреля, я вот это, потому что сегодня такой это был случай. Я даже говорил, что вот, много хотел что-то сказать, что-то растерялся. Вот. И даже то же самое растерялся.
Ну, в любом случае, я всегда на вашей стороне. Вот поэтому хочу сказать, пусть я вот продиктовал свой телефон, кому что-то не нравится, пусть мне звонят. Мой телефон 908-913-250-65-65. Меня зовут Абдурахман. Вот звоните. Я был у гостях у Игнатия Тихоновича Лапкин. Вот, познакомился с супругой, со всеми. И там был все были, братья, сестры были у Игнатия Тихоновича. Там сидели мы. Я присутствовал все 1 апреля, вербное воскресенье, молитвы все. Ну, мне очень понравился. Люди очень, мне, как говорится, даже словами не сказать. Приезжайте, гости, Игнатию Лапкиновичу, Тихоновичу, то есть. И это, я забываю ваше имя и фамилия, вот поэтому я прошу прощения, вот, да. Тут такое дело-то, сегодня 1 апреля, 1 апреля. Только мы сейчас домой зашли. А, слышишь, Абдурахман, 1 апреля – это один день, говорит, в который не верь. Вам никто не поверит. Скажет, это специальная шутка на 1 апреля. А вы знаете, нет, вы знаете, говорят, это 1 апреля – день дураков. Вот. Ну, скажет, нарочно говорит, басни рассказывает. День дураков, 1 апреля, никому не верь. О. Ну, давайте тогда я приеду к вам еще этот самый другой день, и этот самый, и да, 1 апреля даже, может, да, в России, да, есть такое понятие, да. Да, и у нас тоже был такое в советское время. 1 апреля никому не верит. Вот вам и никто и не поверит, скажет, ты приехал к такому. Да пусть мне. Ну ладно, ладно. Говорите, ладно. Ну, Геннадий Технович, вы этот самый. Вы знаете, я уже продиктовал этот телефон номер, вот, можете вы выставлять YouTube, вот. Вы не переживайте и не думайте, иногда даже ни о чем, даже не говорят это самое. Вы знаете, не думайте, вы это, мы честные люди. Игнатий Тихонович, вы не подумайте о нас о чем-то плохом, мы нормальные люди, мы честные люди, ну, добросовестные. Понятно. Да я-то тоже смеюсь, я смеюсь. Нурсултан, я смеюсь, что люди, когда честные посмотрят, скажут, 1 апреля, это они шутку придумали. Игнатий Тихонович, вы знаете, я не только вас люблю, я всех православных, всех верующих, вся Россию, вся вот наших мусульманов, всех я люблю. Я люблю своего сына, вот он позывается, вот он. Рот закрывай только, когда этот самый. Вот, мы вас всех любим. Хорошо. Вы знаете, мы сегодня побыли, сегодня, вот, я когда в машине ехал, он всю дорогу ел ваши сухари, блин, представляете? А у меня больше ничего и нету. У меня нет ничего, а сухари, вода, уже не умрешь. Вы богаты, вы богаты, вы знаете, вы самый богатый человек, как говорится, не в деньгах, а вот как ты, вы сказали, вы помните, да, душой. Я как-то зашел в краевом суде, а там день рождения справляет, кажется, мэра города, а сидит прокурор края, генерал-лейтенант. Там еще юстиции, тоже генерал-лейтенант. И я зашел. Они говорят, а мы о вас говорили, что более счастливого человека не знаем. Я говорю, а почему вы определили? Потому что вы делаете то, что вам нравится. Я делаю то, что мне нравится. Понятно. Людям говорить о Христе, приводить ко Христу, жить во Христе. Вот моя задача, чтобы люди спаслись, не погибли. Я делаю это свободно, никому не подыгрывая. А те, которые выступают где-то, они, если православные, они боятся всего архиерея, патриарха, власти. А мне Господь дал такой дух, что я их, как будто ничего нет. Я разговариваю вот с вами, как будто я вас давно знаю, вы родной человек. Спасибо, Игнатий Тихонович, спасибо. Да. Слава Христу. Вы знаете, вот честно вам скажу, вот когда мы выходили, когда мы от вас уходили, вот уже, когда последний раз голову показали нам на крыше, очень было тяжело расставаться, очень было. Это Господь так делает. Тут один на меня напал из Казахстана, Саварбек Алмазов, Саварбек звать.
Вот он такие пакости делает, на фигурах там разные, головы отрезает, а люди творят разный блуд, а мою голову привязал там и жену. Ну, я его предупредил никак. Я тогда написал прокуратуру Караганды, и там его приструнили. И он эти все свои фотографии убрал. Игнатий Тихонович, я хотел спросить, а когда будет в YouTube выложено видео, мы хотим посмотреть на себя? К утру смотрите. К утру я уже постараюсь выставить. Подождите, я извиняюсь, я прошу прощения. Как вы сказали, с Караганды, как он это, пожаловался на вас? Нет, не он пожаловался, а я. Он Саварбек Алмазов. Саварбек, такое имя есть? Имя на Казахстане. Как повторить еще раз? Саварбек. И он делал как? Берет фотографию. Да, есть такой, наверное, да. Да, Караганды. Он берет фотографию, а мою фотографию голову отрезает, туда вставляет. Всякие пакости. Ну, он такой человек-то, обидно есть-то. Ну, я написал прокуратуру Караганды. Его, видно, вызвали и там потрепали. Он убрал все эти фотографии. Больше не выходит. Карагандинский прокурор в это дело вник очень хорошо. Ой, вы знаете, я вам, Игнатий Тихонович, я вам скажу, я не знаю, я хочу вам сказать своими словами. Скорее всего, как говорится, говна везде хватает. Вот. Ну да. Нехорошие люди везде хватает. Ну, вы представьте, сегодня к вам пришел гости 1 апреля, 2018 года, вербный день. Истинный казах пришел к вам со своим сыном, который по имени Абдурахман и Нурсултан. Вот. Я прошу прощения, прошу извинения от имени всего казахского народа, если вам кто-то причинил зла. Я думаю, что... Почему я прошу прощения и извинения? Я думаю, что стоит... Извинения просить таким человеком, как вы. Может, вот меня будет критиковать кто-то, почему ты извинения просил. Но потому что они не видели вас. Они вас не видели и у вас не бывали в гостях. Поэтому, знаете, Игнатий Тихонович, я вот честно скажу, вот большое вам огромное спасибо. Если вам... наши казахи где-то какие-то там зло, где-то какие-то там видео выставляли там, что... Ну, вы не обижайтесь. Да вы нет, не обижайтесь. Это уже было... Мы тоже не русские, я тоже как... Он, я тоже... Это было в про... Вот, Игнатий Тихонович, извините, я вас перебью. Я тоже вот монголоидная раса, вы европейная раса, меня тоже тут обижают, но я не обижаюсь ни на кого. Потому что Бог видит, Бог един, Бог она, как говорится, мы все под одним Богом, Бог судья, поэтому я ни на кого не обижаюсь и не думаю плохого ни о ком. Но это... Вы знаете, Геннадий, Игнатий Тихонович, вы себя берегите и ни о чем не думайте. Вы нам нужны, для нас вы дороги, вот, берегите себя, свое здоровье, живите до 100 лет. А там видно будет. А Нурсултану понравились? Я хочу к вам еще приехать в гости. Нурсултану голуби понравились? Берген. Нурсултану голуби понравились? Да, конечно. Хорошие, правда, с сахалками такие, да, вот так вот. Голуби. Ну и все. Да, и кошки понравились. Да, хорошие у нас люди. Все замечательно. Паля вообще, она это выросла, паля. Да. Паля, она дикая, как это паля. Да. Она была маленькая, такая вот была, вот такая вот была осенью. Она вот такая была осенью. Нет, но эмоции переполняет, все было замечательно. Ну все. На Никитку посмотрели, а он вас не искушает. А Никита вас не искушает? Нет, нет, нет. Все хорошо.
А то он обычно искушает вас. Ну, бывает, бывает, бывает так. Там землю что-то перерой. Ну, вот так все сделаешь. Ладно. Но картошку неправильно. Ну, ладно, я отхожу. Картошку я отхожу, у меня тут работа идет. Прощаемся. Во славу Божию. Все, мы вас отпускаем, все. Да, все. Когда будете мне заходить, сначала напишите.